дня гроссмейстер Сергей Корякин заявил, что участие в турнирах под флагом России – принципиальный вопрос для него. Сергей привел к главе Федерации шахмат пример Международной Федерации бокса, вернувший россиянам и гимн, и флаг на соревнованиях. Корякин надеялся на возвращение флага и отказался выступать на соревнованиях в Казахстане под нейтральным флагом. С одной стороны, в этой истории вызывает восхищение Сергей Корякин своей принципиальностью, патриотизмом. Кстати, когда некоторые лица, смысл жизни которых ограничен стенками их холодильника, скривив рот, спрашивают: «Ну что это такое, ваш патриотизм?», то отличный его пример криворотые могут увидеть в достойном поведении Корякина, который между честью и животом выбрал честь. С другой же стороны, Дворкович, который, похоже, всегда выбирал живот. Цитирую Сергея: «Но, как я понимаю, Дворкович не хочет возвращать гимн и флаг сборным России, не хочет отменять санкции, хотя мог бы, как это сделали в боксе. Я на это надеялся». Спасибо вам, Сергей.